первый самый лучший день в школе? Машка, где была? За тортиком бегала. Ну что, догнала? Белка, у нас сегодня музыкальная школа, юбилей. Подарить один большой подарок ребятам или много маленьких? Конечно, много маленьких. Ну ладно, подарю тогда всем семечки. Пока ты второй, дубль первый. Ксения, эти прекрасные цветы. Привет, Эля. Какие прекрасные цветы. Я такие видела в нашей музыкальной школе на подоконнике. Их там уже нет. Алло, Машка, а ты какие цветы любишь? Розы. А белые или красные? Красные. А какой торт любишь? Шоколадный или со взбитыми сливками? Шоколадный. А ты чё, к моему день рождения готовишься? Ага. Открытку выбираю. Как он третий, дубль первый. Сережка, подари мне на юбилей музыкальной школы такое, чтобы я воскликнула. Вау, Лексус. Егор, я тебе две недели твержу, что на юбилей музыкальной школы ничего мне не надо дарить. Не надо, не надо, не надо. А ты все равно забыл. А у моей девушки сегодня день рождения музыкальной школы. А ты что здесь-то, а не там? Так она там полы моет, распивается, готовится. Так ты бы ей помог. Так что человеку праздник-то портит? Илюха, ты вчера почему в музыкальной школе не был? Так я на юбилей школы подарок выбирал. Какой? Так решил, чтобы все учителя отдохнули. Вот и не пришел. Дашка, так что Машке на юбилей школы-то подарить? Так спроси у нее. Так у меня таких денег нет. Белла, у нас учительница вообще глупая. А почему это? Да она Сникерс от Марса без упаковки отличить не может. Кадр четвертый, дубль первый. Арин, скажи, а какой должна быть идеальная музыкальная школа? Запертой. Димка, а что это твой дневник в углу стоит? Я его за двойку наказал. Да на меня бандит вооруженный напал. Что он делал? Домашнее задание по музыке отобрал. Здравствуйте, гости славные, гости славные, долгожданные. Рада видеть мы вас в этот светлый день, в этот светлый час, день праздничный. Всякая душа празднику рада, а мы рады гостям. Ну, тут-то получается, что вы у нас хозяева, как добрым вестям. Славному юбилейному празднику злат венец, а вам, дорогие гости, здоровья и много лет. Как ярко солнце рвется ввысь, так новый день рождается. Вся наша жизнь с чего-то начинается. Есть точно день рождения у всякого события и яркого явления. Сейчас вы мне скажете, расскажите мне, пожалуйста, какого числа и какого года была организована, основана ваша замечательная школа музыкальная? Ну, я знаю. Нет. Первые ученики в этой школе появились, ну, не именно в этом здании, а вообще в школе 1 сентября 1946 года, это сразу после войны. Вот так вот. И в этом году 70 лет вашей замечательной школы, правда, празднуют не 1 сентября, почему-то сейчас, но тем не менее, с этим мы вас и поздравляем. Теперь мы с вами будем делать историю этой школы. А я предлагаю сделать сегодняшний день совершенно необычным. Я понимаю, что у вас промежутки между вашими творческими выступлениями. Я предлагаю снять сегодня кино, поскольку я считаю, что школа, первая музыкальная школа города Череповца, выпускает исключительно звезд. Мне скажите без ошибки, а вообще юбилейное торжество должно начинаться с чего? Звезд. Не, ну что ты. Ну а если по имени, мне скажите без ошибки, юбилейное торжество, да, ваша школа музыкальная начинаться должно с чего? С музыки. С улыбки. Правильно, улыбки, с улыбки. Поскольку ведь в вашей музыкальной школе учатся не старые бабушки и дедушки, а замечательные дети. А потому, дорогие друзья, сейчас мы будем фонтанировать вашими улыбками. Считай до трех. Обворожительные. Обворожительные, молодец, умница. Кто еще, парни, соображайте? О, все на О, все что угодно на О. Отличные. Офигенные, отличные. Кто еще быстрее? Общительные два. Общительные, ну быстрее, сейчас досчитай до трех, будут девочки победителями. Общительные три! И можно ли продолжительными аплодисментами встречаем? Оригинальную и общительную! Выходите быстрее! Скорее! Вот они наши две святые аплодисменты! Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать человек, которого мы можем назвать настоящей звездой? Веселый. Правильно, он должен быть веселым.
веселый в первую очередь, потому что счастье приходит в улыбающиеся ворота. Кто быстрее вокруг меня станет по кругу, кто не встал, бабушка глухая. Раз. Опа, большой круг. 2,5. 3. Шире. Ой, бабушка. А мы готовились, поехали, играем. Я хочу поздравить нашу школу с юбилеем, пожелать ей, чтобы в ней все пели хорошо, громко. Я хочу пожелать нашей школе с юбилеем, для того, чтобы в ней училось много детей, и они получали много оценок хороших. Я хочу, чтобы в нашей школе было очень много детей, которые хорошо занимаются и играют на разных инструментах, у которых большое будущее. Я поздравляю нашу школу с днем рождения и желаю, чтобы у нее больше было хороших учеников с отличными оценками и удачи ученикам. Кто самая яркая звезда, того мы и будем сегодня снимать в кино. Но для этого нам срочным образом нужно разделиться на две звездные команды. Стоит 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ты все делаешь два раза. Хорошо, большой, красивый. Талантливые и одаренные. А вы будете супер-супер талантливые и одаренные. Они супер-пупер-пупер. Поехали, играем. Молодая. Гори, гори, гори. Скажите мне, пожалуйста, как звучат слова, первые слова Юрия Алексеевича Гагарина, с которыми поехали. Он полетел. Поехали. Правильно, значит, ты снимаешься. Внимание, следующий вопрос для команды проигравшей, ну, чтобы у нас все было по чесноку, чтобы праздник был для всех. Внимание, поехали, вопрос. Фамилия первого космонавта, вышедшего в открытый космос. Юрий Гагарин. Он первый полетел. А кто первый в космос вышел из ракеты? Нет. Леонов. Да, ты снимаешься. Я желаю нашей школе здоровья, чтобы она очень долго жила. Я желаю нашей школе здоровья, чтобы она жила. Я желаю своей школе, чтобы она была, оставалась такой же музыкальной, и все учителя были такие же добрые. Я желаю своей любимой музыкальной школе, чтобы она была такая же потрясающая, и чтобы в ней дальше развивались множество талантов. Что такое психологическая совместимость? Быстрее! Быстрее! Белла! Совместимость двух лиц. А почему двух-то? А кого? Одного, что ли? Ты что, в космосе вдвоем собралась летать? Да! Что такое психологическая совместимость? Быстрее, 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 думаем! Как не знаем? Все дети должны знать, что такое психологическая совместимость. Ну, это умение понимать друг друга и дружить в экипаже. Ксюша, быстренько иди сюда. Сейчас для команды супер-пупер талантливых одаренных выдаются быстренько буквы. Ксения, в своей команде буквы выдавай. Внимание, и в этой команде тоже выдавай. Поверните все стороной к себе, цветной наружу. Поехали, первый вопрос. Домашний любимец, любящий Вискас. Кот! Скорее! Поехали дальше. Следующий вопрос. Север, запад, юг. Продолжите. Скорее,
нашей команде. Вот, нас нет. Вот, ты наш... почему ушла из нашей команды? И все-таки. Победное очко получит тот экипаж, который соберет быстрее буквы. Отдаст Ксении, соответственно, Маше, соответственно, и сядет на места, тот и победит. Победил вот этот экипаж супер-пупер талантливых одаренных. Желаю нашей школе дальнейшего процветания, чтобы учителя оставались такими же добрыми, хорошими, чтобы учили нас еще большему, чтобы из нашей школы выпускались одни только звезды. Я желаю, чтобы наша музыкальная школа жила дальше такой яркой, веселой жизнью, чтобы все учителя оставались такими же добрыми и ласковыми. Я желаю своей школе процветания, очень хороших учеников, учителя, чтобы оставались такими добрыми, чтобы приходили новые хорошие учителя, и чтобы из школы выходили только хорошие люди. Я желаю нашей школе, чтобы в нее было больше учеников, учителя оставались такими хорошими. И все научились многому. Школа, у нас дом престарелых. Я не отдаюсь, я не вижу, больше компьютер сдавать не буду. Поехали. Молодцы, давай. 1-0, кричим тихо, вы пока побеждаете, играем еще раз, я раздаю конфеты. Поехали. Яичница в космосе не летает, потому вы пока побеждаете. Вы помните о том, что у нас есть две компании. Одна супер-пупер талантливых одаренных звезд, другая пупер-супер талантливых одаренных звезд. Наоборот. Ну, в общем-то, не важно, все равно все пупер-супер талантливые одаренные. Главное, чтобы вы поняли, где вы. Так как мы с ребятами, когда старший хор уходил, мы уже собрали наши ракеты, хохолеты, да? Вот теперь самое осталось проложить курс нашей звездной вселенной и посмотреть, кто будет сниматься в следующей короткометражке. Внимание! А теперь задание. В следующей короткометражке будет сниматься самые быстрые звезды. Иди! Желаю нашей школе счастья, процветания, ученикам побольше пятерок, конечно же. Ну и счастья всем учителям и ученикам. Я желаю своей музыкальной школе процветания, чтобы было побольше учеников, учителя оставались такими же добрыми, и чтобы наша школа долго жила. Мы желаем нашей школе побольше лауреатов и премий учителям. Далеко!
Вы позволите? Сегодня у нашей любимой школы юбилей, 70 лет. Мы с Юлией Владимировной выпускницы этой школы. И мы очень счастливы, рады и горды, что именно мы закончили эту школу, и именно в ней мы продолжаем свою творческую деятельность, работаем с такими же маленькими детьми, которыми мы были когда-то в этой школе. И поэтому очень приятно то, что школа отмечает такой большой юбилей, 70 лет. И очень бы хотелось, чтобы и дальнейшие годы были только в расцвете. То есть вот сегодняшняя дата – это только еще начало всего дальнейшего расцвета нашей школы. Удачи и здоровья и всему коллективу тоже. Ну, Ольга Сергеевна все уже практически рассказала, мне ничего не оставила, но хочется очень сильно пожелать ей, на самом деле, огромного процветания, чтобы дети, как всегда, с огромным желанием сюда шли заниматься и творить, и чтобы наша школа прожила как минимум еще 70 лет. А может быть и гораздо больше. А мы с тобой еще проработаем 70 лет. Да, конечно.